Українські хлібозаводи через подорожчання газу зазнають збитків та попереджають про можливе закриття виробництва. Про це кажуть у Всеукраїнській асоціації пекарів. Крім цього, з початку поточного року на 40% зросли ціни на борошно, вдвічі подорожчала електроенергія, зріс прожитковий мінімум. Все це призводить до незворотної збитковості роботи хлібопекарських підприємств. Далі на цю тему будемо спілкуватися з директором Одеського хлібозаводу номер 4. До нашого ефіру долучається Віталій Добровольський. Пане Віталію, я вас вітаю. Добрий день. Так, дякую, що долучилися. Скажіть, будь ласка, чи дійсно сьогодні, м'яко кажучи, така ось складна ситуація з виробництвом хлібобулочних виробів через подорожчання газу? Да, так и есть. Ситуация не просто складна, ситуация очень критическая, я бы так сказал, потому что любая цена, которая будет выше порядка 25-30 гривен за один кубический метр газа для хлебозаводов является смертельной, скажем так. То есть содержать хлебозаводы становится глубоко убыточно, и лучше их просто не содержать, лучше просто прекратить производство хлеба. Скажіть, будь ласка, в якому режимі зараз працює саме ваш хлібозавод? Наш хлібозавод зараз працює в стандартному режимі, тому що ціна, про яку йде річ, повищення, планується з 1 января. А зараз, поки ми отримуємо по цінам, хоч і високим, але приємливим, скажімо так. І прожити до 1 декабря, звісно, ми нормально зможемо, ми пройдемо Новий рік нормально, але... Если ничего не урегулируется до 31 числа, то с 1 января может быть очень плохо. Ви кажете, все може бути погано з 1 січня. Тут передусім маєте на увазі, що підприємство може зупинитися чи навпаки чекати зростання цін? Вот конкретно сейчас, часа назад, я получил договор. Это, скажем так, с организацией, у которой один из самых дешевых газов на Украине. И он стоит чисто сам газ в трубе, то есть без транспортировки, без его доставки к нам на предприятие. Он имеет стоимость 46 900 гривен за 1000 кубических метров. То есть, подписав такую цену с 1 января, мы получим на выходе минус 5 миллионов гривен убытков. Как вы думаете, есть ли нам смысл подписывать такую цену и производить хлеб просто для того, чтобы потом не иметь возможности рассчитаться с людьми, которые его произвели, за заработную плату, за муку, которую нам нужно будет получить для этого хлеба? То есть нам легче просто остановить производство, чем что-либо делать. А якщо, припустимо, підняти суттєво ціни на хлібобулочні вироби, це може якось врятувати ситуацію? Да, можна підняти ціни одразу на 20%. По розрахункам потрібно підняти ціни на 19,2%, для того, щоб скомпенсувати просто стоїмость росту газу. Ви ж пойміть правильно, газ піднімається не тільки для хлібозаводу, він піднімається і для людей, производящих масло подсолнечне, сахар, упаковочні матеріали. То есть автоматически подорожает в магазинах все, и в том числе сырье, которое нужно нам для производства хлеба и хлебобулочных изделий. Соответственно, подорожание газа – это просто катализатор для роста всего остального. И, естественно, если государство не вмешается и государство не повлияет на этот рост газа, не удержит цену, у нас будет просто лавинообразное подорожание всего. А лавинообразное подорожание всего приведет, естественно, к социальному напряжению. Вот все просто. Так, а скажи, такая ситуация на всех одесских хлебозаводах? Конечно. Нам, я хочу сказать, благодарность высказать, кстати, и облсовету, и горсовету. Они очень, прониклись этой проблемой. И вчера даже было организовано собрание всех хлебопекарных предприятий Одессы и Одесской области на базе обладминистрации. Сегодня планируется точно такое же собрание на базе городского совета. Они нам пытаются каким-то образом на уровне своих полномочий помочь, но, к сожалению, у них руки связаны. Мы пытаемся совместно выработать методику, как решить проблемы. Но пока эта проблема не решена. Но благодарность готов сказать, потому что люди как минимум интересуются и как минимум пытаются что-то сделать. А якщо з початку Нового року ситуація дійсно буде критичною, як ви готові діяти далі? Чи не збираєтеся влаштовувати, не знаю, певні акції протесту, можливо, мітинги? Ну, смотрите, на основании обращений наших, как хлебопеков, правительства, на основании обращений наших местных органов власти к правительству, на сегодняшний день есть уже зарегистрированная постанова Кабинета Министров о том, чтобы хлебопекарным предприятиям снизить цену на зимние месяцы до 25 тысяч гривен за 1000 кубических метров. Если это произойдет, мы на это надеемся, что это произойдет, потому что иначе мы не... Если это произойдет, это будет спасением, и, естественно, мы проживем эту зиму. Но, то есть 25 тысяч гривен нас устроит. Если это постановление реализуется, мы на него надеемся. Мы, понятно, что мы там до 3, до 4, до 5 января мы проработаем на наших запасах сырья, которые мы вот сейчас закупили уже. Но если потом нам не будет вот этого газа по 25 тысяч гривен, то нам придется просто за сам газ отдавать все, что у нас есть, потому что отапливать наши территории, наши заводы по-любому нужно, просто даже отапливать. И тогда, конечно, ситуация может быть очень плохой. И бастовать, куда нам идти бастовать? У нас работает 1000 сотрудников только у нас, на нашем хлебозаводе. Эти 1000 сотрудников, они же не виноваты, что такая ситуация. У них есть свои дети, их нужно кормить. Мы будем изыскивать способ каким-то образом их занять, естественно, но не факт, что в магазинах будет хлеб в том количестве, в котором его необходимо для удовлетворения спроса горожан. Но все может быть тогда в городе. Я думаю, что хлеб — это же не электроэнергия, не тот газ. Если не будет электроэнергии и газа, мы будем там как-то выживать, как простые люди, да, в домах, квартирах. А если не будет хлеба на полках, вот тогда... Я думаю, что поднимутся не только наши сотрудники, и мы как хлебозаводы, а тогда все поднимутся, и СМИ поднимутся, и простые люди поднимутся. И я думаю, что все урегулируется. Ну, будемо сподіватися, що до такої ситуації справа не дійде. Якщо, ще одне коротеньке питання, якщо не закриття підприємства, то, я так розумію, буде суттєво скорочення виготовлення хлібобулочних виробів, так? Ні, смотрите... Я вам так скажу, мы сейчас не рассматриваем скорочение совершенно, потому что конкретно даже вот сейчас в декабре массовые так называемые хлеба, которые пользуются высоким спросом, это в Одессе хлеб обеденный, да, там дарницкий, одесский ржаной, бородинский, эти хлеба и так уже на сегодняшний день они убыточны. И оставить, скажем, при огромном росте цен на газ и на сырье оставить только производство вот этих массовых хлебов, а именно они нужны для того, чтобы люди не переживали, что хлеба нет на полках. Нет смысла. Производить одни булочки или хлеб, который производят в супермаркетах по 50 гривен за килограмм, который люди покупают по кусочку. Мы не то предприятие, мы производим социальные продукты, которые, чтобы удовлетворить потребность всех слоев населения, как богатых, так и бедных. И прежде всего, наверное, бедных и среднего класса. Поэтому нам нет смысла сокращать производство. Нам есть смысл либо остановить его просто все, либо производить в полном объеме. Ну що, пане Віталію, сподіваємося, що в найближчі дні цю ситуацію вирішать на найвищому рівні і не дійде все до ось тих негативних наслідків, про які ви щойно говорили в ефірі Live Studio День. Спасибі, що долучились до ефіру. Це був Віталій Добровольський, директор Одеського хлібозаводу номер 4. Я нагадаю, що українські хлібозаводи через подорожчання газу зазнають збитків та попереджають про можливе закриття виробництва. Про це кажуть у Всеукраїнській асоціації пекарів. Також з початку поточного року на 40% зросли ціни на борошно, вдвічі подорожчала електроенергія, зріс прожитковий мінімум. Усе це призводить до незворотної збитковості роботи хлібопекарських підприємств. І як щойно повідомив нам в ефірі Директор Одеського хлібозаводу номер 4 Віталій Добровольський. Ситуація дійсно є складною. І якщо в найближчі дні на неї не звернуть увагу, то вже з початку нового року підприємство може просто зупинитися. Тому тут хочеться сподіватися, що, незважаючи на те, що вже практично у нас країна святкує, уряд у цей складний момент все ж таки розв'яжуть цю ситуацію, аби не довести її до критичної.